Их награждали благодарственными письмами и подарками. Это волонтеры, студенты сочинских вузов и колледжей, волонтеры серебряного возраста. Все вместе они участвуют в различных благотворительных и экологических акциях, общегородских мероприятиях. Ну и, конечно же, все крупные международные события, которые проходят в Сочи, невозможны без волонтерской помощи. Я люблю участвовать в массовых мероприятиях, люблю новые знакомства, люблю как-то помогать людям. И считаю, что все люди должны друг другу помогать, потому что мы все одна большая семья. Мало того, что вот это физическая работа, конечно, у нас, на воздухе зачастую, и в холоде, и в горах, и везде. Я видела столько интересных людей, я видела столько событий, на которые я бы никогда не попала. Мы готовы, мы хотим, так обычно волонтеры отзываются на предложение принять участие в определенном событии. В этом году состоялись Всемирные военные игры, фестиваль молодежи и студентов, Кубок конфедерации, экономический форум «Формула-1». За бескорыстный труд, самоотдачу и терпение, конечно же, только слова благодарности. В городе Сочи на сегодняшний день добровольческое движение развито на очень высоком уровне. Мы практически в каждодневном режиме принимаем участие в большом количестве мероприятий. Ни один город, я думаю, не только Краснодарского края, но и России не может похвастаться таким количеством мероприятий и такой массы добровольческого движения, как есть сегодня в городе Сочи. Поэтому, конечно же, хочется сегодня всех их еще раз поблагодарить, пожелать им успехов, удачи в наступающем 2018 году. Будьте с нами, будьте в команде, вливайтесь в ряды добровольцев. В этом году президент страны учредил в России День добровольца 5 декабря, самый молодой праздник в нашей стране. Указ был подписан в конце ноября, праздник тысячи сочинцев. Начиная с 2011 года в нашем городе было выдано более 8 тысяч волонтерских книжек. Сочинские добровольцы, а это свыше 1500 человек, готовятся встречать гостей чемпионата мира по футболу в середине июня. Елена Овсецина, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.